Добрый день, уважаемые подписчики! С вами Александр Головко. Сегодня, находясь на улице Ленина, вот это пересечение Лермонтова, обратил внимание, видите, вот стоят мешки. Это горзеленхоз собирает листву, сгребает ее такими приспособлениями, граблями. Из-под стволов деревьев и вокруг. То есть, как бы чисто, как бы красота, все нормально. Но для деревьев это, конечно же, беда. То есть, каждым годом всевозможные осадки, выхлопные газы. То есть, машин-то стало намного больше в городе. Вот. Сейчас я перейду улицу, покажу вам для сравнения. Вот осталось здесь нетронутое еще. Видите дерево, да? Вот под ней лежит листва нетронутая. Вот эта листва зимой будет защитой от морозов, а весной этот перегной с листьев будет подкормкой для деревьев. Деревья у нас живые, им нужно питание. Что делает уже который год горзеленхоз? Вопреки всем очевидным законам природы, он лишает корни деревьев этой подкормки. Для чего? Я понимаю, что асфальт можно подметать, да, здесь деревьев нет. Вот видите, а здесь они лежат, они никому не мешают. Совершенно. То есть листья на земле. Ну, представьте, в лесу, если сейчас будут и у леса, или в парке нашем, культуры отдыха, всю листву собирать. Чего они, конечно, не делают. Там деревья более здоровые, чем в черте города. Но ведь именно в черте города, вот эти деревья, у которых вот маленький-маленький кусочек земли им оставили для питания, и то листву отсюда будут убирать. Вот здесь убрали уже, видите? Понимаете, это преступление самое настоящее против нашего будущего, против экосистемы городов. Видите, красивая такая, как бы зеленая лужайка. Но листва необходима, просто жизненно необходима деревьям. Деревья защищают нас от выхлопных газов, от всевозможных излучений, электромагнитов и так далее. То есть деревья — это наша защита в городе. Как вам еще объяснить? И то, что делает структура горзеленхоза с листвой, это, конечно, печальный факт. Печальный факт. Вот так должно быть. Понимаете? Всегда. Деревья ведь не зря сбрасывают листву. То есть этот круговорот, он необходим природе. Это цикл, который жизненно важен. Что же вы делаете, недоумки, а? Ну как вам еще сказать, ведь деревья в городе после того, как листву убирают, они болеют, и с каждым годом болезнь увеличивается. Практически не осталось у нас стройных ровных деревьев на улице. Посмотрите, они все искривленные, потому что деревья испытывают недостаток питательных микроэлементов, которых полно в этой листве, которая будет под воздействием температурных режимов перегнивать и становиться удобрениями для корней деревьев. Поэтому мое обращение к вам — это крик души. Давайте это останавливать. Мы останемся без деревьев, без защиты. Вот как-то так. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, ваше мнение, что можно с этим сделать.